Чиновники Приморского вышли на сцену, заменив доклад творческим номером. Сборные 18 районов города стали участниками фестиваля команд администраций. Глава администрации и самые сотрудники отделов тоже меняют профессию, как в кино. А все для того, чтобы создать собственную короткометражку, а заодно рассказать о жизни в своем районе. Фестиваль проводится второй раз. Эти конкурсы очень важны и очень нужны, потому что это своеобразный тимбилдинг. Это работает на командообразование. А ведь умение работать в команде, работать командой, это и есть залог успешной деятельности районных администраций, а через это и всего города. Команды представили свои ремейки на знаковые российские ленты, рассказали об истории кинематографа, героических и патриотических фильмах. Лучшие короткометражки выбирали чиновники, профессиональные режиссеры и актеры. Каждой команде члены жюри могли выставить от 5 до 10 баллов. Правда, были и бонусы. Так, за участие в конкурсе главы района команда получала 2 дополнительных балла, а за каждого зама давали по баллу. В итоге сборная Приморского стала лауреатом конкурса, а главный приз увезли чиновники из Колпино.